Ребят, конечно же, вы можете подать документы на визу невесты или на партнерскую визу, даже если у вас уже был отказ по каким-то другим визам, например, по туристической или по студенческой. Однако нам с вами нужно понимать, что именно вы писали в тех заявлениях и мотивационных письмах, чтобы вырулить ваш кейс и привести вас к выдаче визы.